Приветствую вас на канале «Правильный выбор». В этом обзоре расскажу про мультиварку Redmond RMC M251. Если хотите поделиться мнением или опытом использования, сделайте это в комментариях. Узнать полные характеристики и выгодные цены можно, перейдя по ссылкам в описании. Рекомендую вам подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. Не забудьте поддержать канал лайком. Модель дополнена светодиодным дисплеем, отображающим всю необходимую информацию. Корпус произведен из высококачественного пластика и нержавеющей стали, что отвечает за продолжительный срок эксплуатации. В комплекте есть пластиковый черпак и плоская ложка, которые не повредят деликатное антипригарное покрытие чаши и помогут в процессе готовки. Фирменная книга содержит более 100 рецептов вкусных супов, гарниров, десертов, напитков и детского питания, так что вы всегда сможете порадовать семью новыми идеями. Приобщайтесь к здоровому образу жизни со специальной решеткой для приготовления на пару. Современная мультиварка совмещает в себе возможности нескольких кухонных приборов – плиты, духовки, хлебопечки, пароварки, фритюрницы. Наваристые супы, вторые блюда из мяса и рыбы, ароматная выпечка, десерты и закуски – в мультиварке можно приготовить практически все. Приготовление в мультиварке полностью автоматизировано. 16 автоматических программ охватывают различные технологии приготовления. Мультиварка варит, жарит, печет, тушит, готовит на пару, сквашивает молочные продукты, томит и так далее. Выложите свиные отбивные в чашу и выберите программу «Жарко», оптимальные для большинства блюд время и температура приготовления уже установлены по умолчанию. Считаете, что за это время мясо не успеет приготовиться? Параметры времени на автоматических программах можно увеличить до старта. Тесто из муки от нового производителя при выпекании может вести себя не так, как вы привыкли, хуже пропекаться или долго не подрумяниваться. Чтобы блюда в мультиварке получались такими, как вы хотите, инженеры Redmond снабдили мультиварку функцией MasterChef Lite. С ее помощью изменяйте температуру и время прямо в процессе приготовления. Автоматическая программа завершается, а пирог кажется вам сыроватым, просто добавьте еще немного времени или повысьте температуру. С помощью программы MultiPower самостоятельно установите температуру в диапазоне от 35 до 180 градусов по Цельсию и время приготовления до 12 часов. С утра идете с ребенком на утренник и не успеваете приготовить борщ к обеду? Выложите ингредиенты в чашу мультиварки и настройте отложенный старт. Прибор сварит суп прямо к возвращению. По дороге домой попали в пробку и не успеваете к предполагаемому времени? Благодаря функции автоподогрева мультиварка сохранит вашу еду теплой до того момента, как вы точно сядете за стол. В RMC M251 вы можете не только готовить, но и проводить стерилизацию небольших банок, сосок, пустышек и бутылочек малыша. А на программе MultiPower легко пастеризовать молоко для кормления и подогревать детскую смесь до оптимальной для ребенка температуры. Установите на смартфон бесплатное приложение «Готовим с Redmond», в котором собрано более 200 различных идей приготовления блюд в мультиварке. Экспериментируйте, следуйте рекомендациям профессиональных поваров и удивляйте близких изысканными блюдами. Я проанализировал отзывы и выделил основные негативные и позитивные моменты, сейчас расскажу о них, сначала отрицательные. Трудно мыть крышку, она не снимается. Со временем покрытие чаши облезает. Объем не очень большой. Иногда еда все-таки убегает. При открывании конденсат стекает не только в специальный контейнер, но еще и на рабочую поверхность. Некоторые рецепты требуют большого количества времени. В самом начале пахло пластиком. Теперь перейдем к положительным. Быстро готовит. Можно готовить без жиров. Получаются вкусные десерты. Мультиварка очень красивая. Большая функциональность приготовления, сенсорное управление. Большая керамическая чаша. Не пригорает. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Не пропустите новый обзор, для этого подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. Если обзор был полезен, поддержите меня комментариями и лайками. До скорой встречи на канале «Правильный выбор».